На заседании Совета по обеспечению социально-политической стабильности и формированию солидарного общества Белгородской области наградили лучшие муниципальные образования региона, которые достигли наивысших результатов по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год. Оценивались уровень социально-экономического развития районов, качество жизни, степень внедрения методов и принципов управления, но главное – уровень удовлетворенности граждан деятельностью глав муниципалитетов. По итогам прошлого года лучшими стали среди городских поселений Новый Оскол, а также поселок Уразово Валуйского района, среди сельских – Прилесненское поселение Прохоровского района и Озерская сельская территория Староскольского округа.